Выставка проектов «Архразрез» по итогам прошлого года вызвала интерес со стороны международных специалистов. Творческие идеи сочинских градостроителей теперь представлены в Сербии и Боснии и Герцеговине. По словам президента Сочинской городской организации «Союз архитекторов России», проекты в этом году стали еще лучше. Свои разработки представили 52 архитектора. Смотр конкурс 45 работ, в которых зодчие отобразили всевозможные архитектурные стили в строительстве как индивидуальных жилых домов, так и целых комплексов, пройдет до 6 ноября. В профессиональный праздник градостроителей будут подведены итоги и награждены победители. А вот какие работы лучшие, члены жюри определят уже 26 сентября. Это очень достойные люди. В нашей организации 5 человек. И плюс главный архитектор города. И они рассмотрят и выберут лучшие работы по 10 номинациям. Это номинации жилые здания, санаторно-курортная сфера, культовые здания, интерьеры там, и так далее, коттеджи.